самое главное, что мы выиграли, это, во-первых, поздравляю болельщиков с победой. Это... Ребят, поздравляю, ребята молодцы, переломили тяжелое начало второго тайма. Опять показали характер, показали желание, и, я думаю, доставили удовольствие болельщикам. Вот, что касается первого тайма, ну, здорово отыграли. Наверное, это самый качественный отрезок за период моей работы. Прессинговали, но тяжело это делать на протяжении 90 минут. Может быть, где-то подсели. Плюс замены Шахтера, конечно, Ахмеди, он добавил в середине мысли. Команда пропускает в начале второго тайма третий матч к ряду. Уже могли анализировать, с чем связана эта ситуация? Возможно, возможно психология. Сами себя испугались. Плюс я уже говорил, что Шахтер добавил в начале второго тайма. Вот. Ну, после гола, самое главное, что было после второго гола пропущено. Мы не опустили голову, мы шли вперед, мы добились результата, и мы видели, моментов было предостаточно у нас. Все-таки их много забиваем, это хорошо, но и пропускаем. Но какие проблемы все-таки в защите? Чем объяснить, что защита? Ну, во-первых, много пропускаем со стандарта. Вот. Там мы пропустили со стандарта, здесь со стандарта. Ну, работать над этим. Я бы не сказал, что мы допускаем много моментов у своих ворот. Вот. Да, с Гродно там было давление, но сегодня особо чего-то такого сверхопасного не было. Вот. Стандарты, будем работать над этим.